На прошлой неделе дорога города, несмотря на праздничные выходные, было спокойно. Зарегистрировано 8 ДТП, в которых обошлось без пострадавших. В 3 авариях участники скрылись с места происшествия. 10 марта в период времени с 12 часов до 16 часов во дворе дома номер 60, корпус 2, по улице Зернова, неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на стоящую автомашину Volkswagen Polo, причинив автомашине механическое повреждение, после чего с места ДТП скрылся. Аналогичное ДТП случилось на следующий день на Шверника. Неизвестный повредил 2 припаркованных автомобиля и скрылся. ГИБДД просит свидетелей обратиться в дежурную часть, чтобы установить виновников аварий. Административным законодательством нашей страны предусмотрена довольно-таки жесткая ответственность за данные правонарушения в виде лишения права управления на срок от года до 1,5 лет, либо административный арест на срок до 15 суток лицу, виновному в совершении данного административного правонарушения. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию «Частный перевозчик», чтобы выявить нарушения со стороны водителей легковых такси и автобусов. По итогам операции привлечены к ответственности должностные лица, которые выпустили на линию автобусы с непройденным техосмотром и с неработающим тахографом. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.